Order filled. Order filled. Target filled. Всем привет, друзья. Видим вот первый трейд здесь от уровня, да. Причем здесь я добавился еще одним лотом, ну, от локальной минималки, которая вот здесь вот была. То есть мы как бы раз ниже сходили, и потом еще вот от минималочки там добавился. Первый раз зашел на ее пробои сверху. То есть мы как бы выскочили за нее, да, а потом начали проваливаться. Вот я там зашел. А второй вот лимитом на ее тесте. Выход был вот здесь вот на толкающем объеме. То есть, ну, он точнее не толкающий был, а останавливающий. То есть он вот где-то здесь был. То есть если по кластерам посмотреть, там есть, видно, да, вот эти зафильтрованные. Ну, то есть максимальные объемы в этой проторговке, которые там проходили, они как раз вот на уровне моего выхода. Потому что здесь, ну, могли двойное какое-то дно нарисовать, да. Вот, могли сходить куда-то повыше отсюда. Вполне могло бы это быть. Вот, и сюда бы пришли, потом еще бы сюда подали, вот такую какую-то штуку нарисовали, потом могли ниже сходить, понимаете? То есть тут как бы не знаешь никогда, как они это сделают. Поэтому там вышел. Но суть еще в чем? В том, что когда они вот здесь вот этот локальный лой продавливали вот здесь, они его продавили, и здесь вот проталкивающий объем был зафильтрованный вот в этой области. Поэтому идея второго трейда состоит в том, чтобы зайти на ложном вот верхней границе этой объемной зоны. То есть мы сейчас сюда вот вылетим, вот упремся вот, да, в этот, так сказать, уровень локальный. И опять же сходим, выйду я вот на объеме, который опять же тут толкнул целую наверх, да, то есть остановил ее и вот толкнул. Ну и собственно вот такая идея, посмотрим, что из этого у нас получится с вами. Order filled. Target filled. Ain't no sunshine when she's gone. He's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Ooh, yeah, yeah. Wonder this time when she's gone. She's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone.